Вот эти вот движения достаточно жесткие, но они очень хорошо сильно разогревают наши скуловые мышцы, да? Вот. И также от висков пальчиками мы достаточно сильно нажимаем по три пальца с каждой стороны. И от центра вот такими точными приемами уводим за уши, за ушами, чтобы, поскольку мы не смазывали волосы маслом, да, поэтому точками так продавливаем и уводим все опять вот туда по вот этим мышцам в подключичную зону, убирая лимфу. После этих массажей лицо омолаживается, небольшой лифтинг идет лица, поднимаются вверх скулы, брови поднимаются. Вот, и мы переходим, вот то, что я говорю, точечные, да, элементы. Соответственно, это вот виски продавили. Это вот где скула переходит к козелку уха. Вот там вот открывается челюсть. Открой, пожалуйста, рот. Вот, расширил, закрой рот. Закрой, да, вот эти места, чтобы вы их нашли. Тут буквально по три точки вот от козелка уха, да, вот раз, Да. А вот два, точки есть. три. Вот, тут такая техника широцо, это когда мы пальчиком немножко надавливаем, как сверлом внутрь и вывинчиваем, то есть ввинтились, вывинтились. Здесь тоже ввинтились, вывинтились, ввинтились, ввинтились, ввинтились. Выкрутились оттуда обратно. Так, дальше точки есть на уголке бровей. Вот тут можно такие ямочки найти. Достаточно жестко и сильно я их прожимаю. Точки есть посередине скулы. Вот тут прям под ними. Вот тут мы их прожимаем. Троичный нерв там выходит. Точки есть отсюда. Примерно половина расстояния до волос, да, делим пополам, и вот тут точки. У нас получилось, вот, еще раз показываю, раз, два, три, вот они друг по другу находятся. Точки есть, где заканчиваются брови, вот здесь. И теперь я их достаточно сильно жму, еще раз говорю. И теперь точки по вертикали. Соответственно, от макушки прямо находим вот эту точку. Прожимаем ее достаточно сильно. Получается где-то 5 сантиметров, да, на начале линии волос. Точка. Еще примерно где-то вот такое же расстояние посередине между бровями. Достаточно сильно прожимаем. Ниже того места, где начинается рост носа. Следующая точка посередине носа, где он переходит в хрящик. То есть вот до сюда идет кость, а дальше хрящик. Да, вот где они сочленяются. Эту точку прожимаем. Потом, где нос заканчивается, вот прямо вот туда, над зубами. Точка. Потом здесь, вот, где зубы тоже вот заканчиваются, да, вот вы можете пощупать, вот тут зубы идут, да, вот под ними. Вот тут точка. Давить можно любым пальцем, каким вам удобнее, каким вам больше нравится, что вы касаетесь. У Да. меня больной зуб. Зуб болит, да? Так, и вот точка под подбородком с той стороны, получается, вот здесь. Продавили. Ну, еще раз можно пройти вот эти точки, да, и уйти. Вводим все мягко, так вот, мягкими движениями. Вводим все туда, в подключичную зону. И теперь вот эти вот мягкие движения, они переходят в такие вот восьмерки. Мягко, легко, руки струятся, как будто бы ткань такая. Гонимая ветром, да, как будто бы занавеска так легко касается лица. Чуть-чуть плотнее. Лифтинг такой делаем снизу вверх. Антигравитационный.
И заметьте, что я не касаюсь глаз. Это будет для человека немножко неприятно, страшно. Но можно проработать веки вокруг глаз. Нижнее веко. Вот тут уже совсем легонечко, мягенько касаемся. По массажным линиям получается вокруг, так же как вокруг губ было, да? Но если вокруг губ мы можем жестко достаточно, да, то тут мягче, мягче нажимаем. И также верхнее веко прорабатываем. Смотрите, чтобы кожа не тянулась, поэтому я чуть-чуть отлепляю пальцы, да, и вот переношу на другое соседнее место. Уголки глаз, где косточка начинается, да, только вот с этой стороны косточки. Вот тут тоже точки есть. Чтобы снять головную боль у человека, есть... Да-да-да, правильно показываешь. Есть еще точки, ну, во-первых, от висков, да, вот отвести надо вот эту всю лимфу, всю эту энергию. Перед ушами и за ушами. Все вводим вот туда. Есть еще точки, вот, где начинается линия волос. Вот такой вот тут зигзаг, да? Вот он начинается, прямо посередине, над виском получается. Передавливаем достаточно сильно, очень сильно. И чуть повыше, вот получается вот здесь. То есть буквально вот где вторая линия волос идет, да? Только под прямым углом к этой линии. Понятно, да? Вот линия идет и вот линия серединки. Вот они где пересекаются, вот тут точки находятся. Достаточно сильно их тоже прожимаем. Следующая точка, ну я не буду разводить всякую китайщину, китайскими названиями их называть, в принципе не важно как они называются. Следующая точка вот эта вот по центру между бровями, прям тоже сильно-сильно ее прожимаем. И точки, где у нас начинаются мышцы шейные, вот здесь, вот с этой стороны, так вот сильно их тоже продавливаем, прожимаем. Под основанием черепа? Да, под основанием черепа, да, где сосковидные отростки. Там практически можно положить вот 4 пальца от центра, от центральной линии, да, и вот они автоматически лягут на вот эти точки. Раз, два, три, четыре, вот. И вот такими по очереди вращательными движениями ввинчиваюсь туда и вывинчиваюсь, вот. Мы их прорабатываем. Но в данном случае я вот делаю одновременно. Специально показываю утрированно, да, чтобы видели, как не работает. Вот, на самом деле все это чуть помягче, да, и чуть меньше амплитуда. Просто вам не видно, что там происходит с той стороны. Так, вот размяли их, да, по волосяной поверхности мягкими движениями вернулись обратно. Можно в массаж лица включить и массаж головы, и массаж ушей, да. Ну, например, если уши, да, то мы здесь как бы изображен зародыш человека вверх ногами. То есть вот это его голова. Вот тут глаз находится. Вот тут нос. Вот рот. Вот пошла шея. Проекция позвоночника, да? Вот весь позвоночник, хребет. Вот поясница. Вот копчик, крестец и копчик, да? Вот так с двух сторон одновременно прожимаем эти точки. Продавливаем. После того, как мы их разогрели предварительно. Потом вот внутри точки пошли, это уже руки вот здесь, да, внутренние органы, печень, почки там, половые органы, вот тут ноги. Вот, и в заключение быстро, энергично их размяли, положили уши между, смотрите, чтобы волосы не захватывали, да, это будет неприятно человеку, между пальчиками и задали трение, достаточно быстрое, энергичное. Заканчиваем опять линию волос. Если надо еще волосы размять, да, то отдельно еще можно голову размять, если у вас пациент попросил волосы так вот чуть-чуть подергать, стимулируя корни волос, чтобы к ним пришла кровушка. Только не сильно дергайте, чтобы не выдернуть, естественно. Все делается умеренно.
размяли и немножко такие легкие волнистые движения, чтобы смахнуть перенапряжение, если оно где-то возникло. И вот заканчиваем массаж тоже такими легкие, совсем плавные движения. Еще для лифтинга можно вот, как бы я шестеренку показывал вам, да? А еще можно вот такие движения сделать. Мягенькие. Каждым пальчиком 3-4 раза, 3-4 раза, 3-4 раза, 3-4 раза, 3-4. И в конце, практически не касаясь лица, еле-еле-еле, руками вот так вот снимаем энергетику, сбрасываем ее. Над глазами можно подержать центр ладони, можно даже, в принципе, если в процессе, то коснуться вот так немножко, глазной нерв полечить. И потом опять же в заключение все делаем мягко, да, и практически не касаясь, вот так вот, буквально 5 миллиметров от кожи лица, может сантиметр, вводим всю энергетику и сбрасываем ее. Все, на этом эта серия массажа лица закончена. А в следующих видеороликах вы узнаете еще много интересного, поэтому подписывайтесь на наш канал, не теряйтесь, ставьте лайки, звоните и приходите на наши тренинги.